Александровича Дозденко досрочно сложил свои полномочия и сейчас считается исполняющим обязанности губернатора Ленинградской области. Данное обращение было поддержано президентом Российской Федерации. Ну и, собственно говоря, ждем. Избирательная комиссия уже получила от исполняющего обязанности губернатора заявление о согласии баллотироваться на пост губернатора Ленинградской области. Дала старт 11 июня всего года. Старт был дан решением законодательного собрания Ленинградской области, которое объявляет выборы. Выдвижение кандидатов на пост губернатора Ленинградской области начались 13 июня 2015 года и должны закончиться не позднее 3 июля. Соответственно, 3 июля это у нас уже завтра. То есть вот это первая стадия выдвижения кандидатов на пост губернатора. Собственно говоря, это стадия уже в стадии завершения. На сегодняшний день выдвинутые кандидаты от ЛДПР Андрей Лебедев, от «Справедливой России» Александр Перминов, «Гражданская платформа» Александр Габитов, КПРФ Виктор Петров, «Российская партия Парнас» Сергей Гуляев, «Единая Россия» Александр Виктор. Значит, какие особенности выборов губернатора Ленинградской области? Как я уже сказал, что они определяются законом областным. И там очень есть такой очень интересный момент. То есть это, как мы уже, наверное, услышали где-то по телевидению, из газет, так называемый муниципальный фильтр. То есть кандидат на пост губернатора Ленинградской области, он должен собрать подписи действующих депутатов, представительных органов муниципальных образований. Если суммировать всю ту распроцентовку, которая определена 26-й статьей данного закона, то получается 161 подпись. Эти подписи должны собираться со всей территории Ленинградской области. Это не значит, что какой-то кандидат, выдвинутый кандидат приедет, например, скажем, в Кингисеппский район и соберет все подписи, чтобы, скажем, депутатов представительного органа муниципального образования в Кингисеппский муниципальный район. Нет, конечно. Сбор подписей представительных депутатов представительных органов со дня представления в избирательной комиссии в Ленинградской области заявление кандидата согласия баллотироваться. То есть кандидат подал заявление в избирательную комиссию, и с этого дня он может собирать подписи действующих депутатов. Следующая стадия начинается. Это регистрация кандидатов в депутаты. Начинается она не ранее 20 июля и заканчивается не ранее 20 июля и не позднее 29 июля. То есть дается всего лишь 10 дней на то, чтобы кандидаты представили избирательную комиссию Ленинградской области, подписные листы и все те документы, которые определяются данным областным законом. Решение избирательной комиссии Ленинградской области принимается в течение 10 дней, но не позднее 7 августа. Это я вам даю такую хронологию событий. Почему? Потому что избирательной комиссии постановлением утвержден календарный план всех основных мероприятий, которые должны исполнять избирательная комиссия Ленинградской области, территориальная избирательная комиссия с полномочиями муниципальных окружных, соответственно, участковый уже в завершающей стадии подготовки выборов. Как я уже сказал, что принятие нашей регистрации проходит в течение 10 дней и не позднее 7 августа. Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и до 0 часов по местному времени 12 сентября. Предвыборная агитация на каналах организации телевидения, телерадиовещания с 15 августа до 0 часов 12 сентября. Проведение жеребьевок по распределению платного эфирного времени или платной печатной площади по завершению регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа. Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов, не позднее 13 августа. Организация досрочного голосования. Что бы я хотел сказать? Я все прекрасно помню прошлую избирательную кампанию 2014 года, когда мы выбирали депутатов представительных органов местного управления. На территории Кингисеппского муниципального района также было организовано досрочное голосование. Почему было принято законодательным образом принять это досрочное голосование? Для того, чтобы не создавать дополнительные избирательные участки в местах временного пребывания избирателей. То есть, если мы говорим о выборах губернатора Ленинградской области,
что каждый гражданин, проживающий и имеющий регистрацию по месту жительства на территории Ленинградской области, он является тем самым избирателем, который обладает активным избирательным правом. И вот это досрочное голосование, собственно говоря, он дает возможность, предполагая, что тот или иной избиратель уедет в командировку, в отпуск, там, еще каким-то иным семейным обстоятельствам, он может прийти изначально в территориальную избирательную комиссию в течение 6 дней, досрочно проголосовать. И завершающий, так сказать, уже накануне дня голосования, досрочное голосование будет организовано в участковых избирательных комиссиях. На территории Кингисеппского муниципального района еще проходят три избирательных кампании по выборам депутатов, совета депутатов и муниципальных образований. Значит, это что у нас? Повторные выборы. Большелудское сельское поселение, пятимандатный избирательный округ номер 2. Четвертый избирательный округ – Большелудское сельское поселение. И третий избирательный округ – Куземкинское сельское поселение. Если, скажем, мы говорим о повторных выборах в Большелудском и Апольском сельском поселении, то в Куземкинском поселении проводятся дополнительные выборы. Чем они отличаются? Дополнительные выборы назначаются представительным органом местного самоуправления, то есть в данном случае мы говорим о решении Совета депутатов Куземкинского поселения. И при повторных выборах выбор назначает комиссия, организующая выборы, то есть территориальная избирательная комиссия. 23 июня, период, который мы должны были дело осуществить, с 4 по 24 июня, 23 июня мы приняли решение, назначили выборы в указанных уже муниципальных образованиях, и, соответственно, состоялось решение Совета депутатов и назначили выборы в Куземкинском сельском поселении. Территориальные избирательные комиссии организованы прием граждан, избирателей, в смысле граждан, желающих баллотироваться на данных выборах. Этот график висит непосредственно у помещения территориальной избирательной комиссии. Организованы дежурства, то есть в том числе и по субботам. По субботам мы дежурим с 12 до 16 часов, в будние дни с 10 до 19. Вот, что касается этих вопросов, основные вопросы, в смысле основные мероприятия с точки зрения выполнения календарного плана я до вас довел, объявил, что у нас еще дополнительные и повторные выборы. Часть нашей молодежи принимали участие в фестивале, в молодежном фестивале, посвященном молодому избирателю, молодых избирателей Ленинградской области, в городе Всеволожске. Кстати, Лена Геннадьевна, во Всеволожске висит огромная фотография, как поднимали нашего нарешенную партию. Вот. И Дмитриевич говорит, а там тоже есть, да? Там тоже есть. Вот. В этом Всеволожске, значит, состоялся фестиваль. Впервые мы принимали это. Вот, кстати, вот, это как-то недостаток наш, надо эту тему развивать. Я уже с молодежью советовался, мы говорили с нашим комитетом по культуре молодежной политики, что нам нужно возрождать институт КВН. Почему? Потому что без этого участие в фестивалях это абсолютно глупая непонятная затея. Поэтому, вот, возрождая все это, мы решили поучаствовать в этом молодежном фестивале. Участвовало некоторые представители нашей молодежи, и мы заняли первый раз, мы заняли 6-е место из 20 команд. Я считаю, что неплохой результат. Территориальная избирательная комиссия Кингисеппского муниципального района выражает благодарность сначала Олегу Николаевичу за активное участие в фестивале молодых избирателей Ленинградской области в городе Всеволожске 3 апреля 2015 года. Спасибо. Благодарственное письмо от Территориальной избирательной комиссии за активное участие в фестивале молодых избирателей Ленинградской области во Всеволожске 3 апреля 2015 года. Большое спасибо. Уважаемые участники заседания клуба избирателей, мы с вами встречались прошлым летом, да, когда мы были с вами в преддверии 14 сентября 2014 года. Перед выборами в органы местного самоуправления Совета депутатов. Вот. И сейчас в этом году предстоят выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Конечно, эти выборы на порядок выше. Конечно, муниципальные выборы не менее важны, но это уже у нас как бы этап пройденный. Выборы руководителя субъекта – это, безусловно, очень
важное и ответственное дело для всех участников избирательного процесса. Потому что мы с вами должны были выбрать человека, который будет руководить Ленинградской областью, площадь которой равна нескольким европейским государствам, в течение следующих 5 лет. И его будет зависеть, как Ленинградская область будет жить, развиваться, насколько будет стабильная ситуация социально-экономическая и так далее. Если говорить об участниках избирательного процесса, то их достаточно много, на самом деле. То есть, если, ну, самый первый и самый главный участник избирательного процесса – это непосредственно сам избиратель. Есть и непосредственно сами кандидаты, конечно же, и члены избирательной комиссии, правом решающего голоса, правом совещательного голоса, доверенные лица кандидата. И в этом ряду участников на последнем месте перечислены еще государственные органы, органы государственной власти, органы местного самоуправления и их должностные лица. Значит, каковы же задачи именно органов местного самоуправления в организации этого процесса? Конечно, это прежде всего техническая часть обеспечения подготовки и проведения выборов. А у нас уже вышло распоряжение о создании комиссии по проверке всех помещений, в которых располагаются участковые избирательные комиссии. И эту работу в течение июля мы должны провести, и по каждому помещению каждого избирательного участка, у нас уже 4, будет составлен акт. Значит, комиссия состоит как от представителей территориальной избирательной комиссии, представителей администрации.